Экэ. Экэ гисн мама. А экн? Экн это мозг. Во-первых, человеческий мозг. Толган экн говорят. Да? Это вот, когда часть тела будем разбирать, этого слова тоже коснемся. Экн. Во-первых. Во-вторых, экн гиснюга переводится. Второе значение. Начало. Исток гиснюга. Ну, не в том понимании, что вода, а вот откуда все начинается. Берет начало экн. То есть, если вы будете говорить благопожелание, то вас ожидает, ну, тосын гисн масло, да? То есть, мягко, все нормально будет. А если вы будете харал говорить, харал экн, цусын гисн, это кровь, это раздор, это всякие там и так далее, неплохие плохие вещи гиснюга. Вот имя чегин мана хальмык юнды, бля, амуныгин келинды, тиме ильгрюэдым. Так, тем не менее, вот нельзя было жаловаться, нельзя было хвалиться и так далее сильно. Это поэтому распространены такие нейтральные ответы. Так, с чего-то я начал. Ну, давайте продолжим. Энтерго, муке, мубишер, игат, игат, кельхим, бишер. И еще, в речи калмыков, мало того, темп быстрый, во-первых. А во-вторых, по-моему, я в прошлый раз говорил, ты кельсенеля, одна эклихлерн, евреньиган эклихлерн, дангин хальмы келинде тиме неге юн орылсына неге юге. Не, гич келді. Не, манақсы. Не, экілхім. Не, юген экілхім. Не, керген. Не, междометий. То есть много в калмыцком языке, понимаешь? Тоже такой есть момент. На ты гады, халяльтын. Гертен. Эркі бүлін тускар. Келя дыртын. Келюр токтаға дыртын гич келілев. Все-таки я внесу, чтобы потом свой план внести этот момент. Дезагичный. Не, манахсы, эркі бүлін тускар. Кен келхар бәне? Күләхім. Дангин ғанцхым бі келедесін. Хойыр кичайлин туршты келехлерін бі цуцырнав. Тадын бас келтін, яғылай. А? Ну, умшат чигіне, еврен ямуныгар келет чигін, гем оға, яғыш келсер. Яғыжы дассан, яғыжы белін болсан келтін. Еркі белін тускар? Еврен бі чілті? С помощью. Кенді күді болу тегет? Вот гисін кен бі? Вот гиджана. Помощь гиджах шкельхам. Помощь. Дэнгэ. Нэкэд. Нэкэд. Дэнгэ. Нэкэд болха это оказывать помощь. Дэнгэ тоже оказывать помощь. Еще есть два вида помощи. А? Нет, есть еще слово помощь. Нэкэд. Дэнгэ. Дэкэд. А? Деме. Деме гисын, что за помощь? Деме гисын. Ну, скорее всего, материальная помощь. На свадьбу обычно демен говорят. Демену кхэ гисын, это оказывать материальную помощь во время каких-то торжеств. Какой-нибудь родственной, наверное, сказал. А может, и не родственной семье, так? Деме. Есть еще тусы. Тусанкюр кхэ, это тоже помощь. Видите, как много синонимов. Это все речь в том числе распространяется с помощью синонимов. То есть однозначных выражений или слов. Это тоже у вас очень сильно касается. Мгадгихле один из вариантов, чтобы можно было использовать. Так, на умшны ты кля. Аляхо сонгсхо. Хотл балсын гисын? Столица. А, хальмык танкчин эркэ бильд? Или арасан өркі білді? Келтін, келтін, сарын, я? Не, халмық таңчын өркі білді. Ой, мөе, хотыл болғысын де. Өркі білім, тағын күйінасы қоқсын болдық. Әне әске, әке, ақы, әкчі, болын бейін. Мана геры, әлсі
Почему элсте? Элсте. Элсте. Мандагер Гере Эльстер Классна Советский Союз Батыр Нерта Улица Бена. Ямаран Батыр Нерта Улица Бена? Бенбихичи. А, ну так келихан бальжана. Советский Союз Батыр Бенбихичи Нерта Улица Бена. Теперь давайте разберем, да, как мы раньше разбирали, что если это улица имени кого-то, то мы говорим нерта. Клыковин нерта улицы. Ленина нерта улицы. Городовиковин нерта улицы. А если это улица южная, первая, или же там западная, или же там строительная, то мы как говорим? Там же не нерта будет, не имени же, а какая? Гидык. Название улицы не будем переводить на калмыцкий, смысла нет никакого. Будем говорить Южная Гидык Улинц. Южная Гидык Улинц Тебянов. Северо-западная Гидык Улинц Тебянов. Негдыкчкер Тебянов. Не, Бальджана Царынь. Амрылғынды. Гартланны. Бухгалтер кисін үйгеге басауыр чөл жөл жана халмы келінді. Зуға зәрімсіме тұқшы. Бухгалтер кисін тоғычы. Ну, от слова считать. Күйіне мөңгі толдық күн. Күйіне мөңгі. Тоғычы. Наверное, скорее всего, күйіне мөңгі. Шанға мөңгі, может быть. Шанға кисін? Казионный. Не? Хуца уйду кедлмыш. Почему л мягко твердого? Кедлмыште. Кедлдык. Биля. Су. Не-не-не, кельтингель. Еще раз прочитайте два предложения. Сулцактан. Да, Сулцактан. Мана Эркебюльде. Эком. Икэ Нэркебюльде. А, понял, тогда пойдет. А то я думаю, немножко не согласование. Ольджана. Царынь, царынь, царынь. Мини Ухан Товрар. Мини Ухан Товрар. Мини Ухан Товрар. Юнгар гихля, эдын маднеги бичкнасы агын эскар, босхар, сургул сургула, кюркегар, арды чидлян, эдынго бядык эмсен. Мадна эке эцкэ хойр эдна тоды орна. Агын тэмы халгин сургул чилягар, амрылды гартлан. Элскин станцы машинист полчик КДВ. Экчим Москва Балфунды Сольды Сургуль. Ямара? А, Сойлын Сургуль. Би Болкла Басы Хальмут Танчин университет Вика Сургуль Челябин. Хальмут Танчин университет. Ну, пишу телефон. А тебе как вам надо? Отдельно. Би болкла койыр кызыта, койыр ачынықта. Уғын түрдің үлстей балсынды, бер бүлтәрген дәна мәкілікті. Орқын түрдің масқа балсына екі сұрғыр жіләгі,
Герова, Вертаган, Кюритаган, Москвады Дяна. Ви Авальтаган, Койрун Дяна. Мана Эрты Гюли Нерлендан Гир Дурта, Энэнды Арвычи Длян Орусун, Амтна Гунды, Мана Кюнта Эгэ Эскэ Хой. Ну, медик джана, ерсен. Ерсен ты ему кел, ертоктаджи, зуга, тервини, индюк арат бэне. Хоть и подружек таган, хоть советовать, с кесим болучи. Тервини, индюк арат бэне. Медик джана, халь му кел, тана юркю, юркен гиу. Екчи, екчи интин юртин, хальмукель табиаж, тервинь. Во-первых, почему-то все равно акцент идет твердый. Эл, почему вы твердо все время говорите? Вы все слышали, да? Почти что в каждом предложении есть слова со звуком Эл. И они почему-то все время неправильно произносятся. Потренироваться надо. Это значит, что не хватает, да, не говорит, что не хватает практики. Это во-первых. Это да, разговор нет. Во-вторых, некоторые предложения вот в этом плане, сейчас я скажу, произносятся, написаны правильно, а некоторые неправильно. Например, если я, например, там у вас предложение было, би, ахта, хойрахта, что-то такое было предложение там? Хойркавита, хойрахта, да? А, ачнырта, вот это предложение. Би, не-не, зачем? Это все правильно написано. Нужно было просто добавить звук В. Би, ачнырта В, би, хойркавита В. Это обязательно правило. Если я, то в конце предложения к сказуемому добавляем частицу В. А в одном, в следующем предложении правильно написано. Ну, медикджана услышала по телефону. Я глава, телефон. Келеврен токтач. Старались, видно. То есть нужно вот ошибки. И еще несколько там ошибок, какие я запомнил. Баснек Тимен Дугарадбена. Например, ну, наверное, это не, скорее всего, не совсем ошибка. С разговорной речи вроде бы как тема. Написано «Школан Чилялев», да? Или что там было? «Сургалан Чилялев», да? Что-то закончило, короче. Чилявив. Угу. Наверное, скорее всего, не чиляхе, а тексяхе. Я так думаю, не знаю, я прав, нет, но мне кажется, я более бы сказал учебу там или что-то заканчивает, если тексяхе, а если сахар закончился, то чильхе. Или чай закончился, то чильхе. Ну, что-то материально заканчивается, это, наверное, чиляхе. А закончилась там учеба и так далее, то это тексяхе. В, если я, конечно, в нужен на конце. Ну, ге муга сан келироло зугге. Ода ин келюриге, баснег дал уртадын декучана, персональ дал. Ин келюриге, ода даса дырхым ольжан. Че, жилет дырхым ольжана. Тикчкаде, че, жилет түйне өміні. Чежлихин емне. Эни келюрен сәнәр. Энді уғағар келіхін бол жаны. Лыгидік қадуриге жөлін кевер келет. Егет дасқын бол жаны. Медік жаны? Хойыр құру тауы арвы дәкші ұмшады. Егет-егет. Яға да яқыле тікшкәді ғансарын біші, а күйінде соңғысықсар. Медік жаны? Күйінде. Әмтіндік болу үшін, әрен өркі білден болу үшін, телефоғар болу үшін, яға да болу үшін. Читать просто кому-то нужно, чтобы вас исправлял кто-то. Тот же звук «эл». «Тигавятль», «эгэ тавы зурга, дола умшчикла, умшчисна хэнэ, тэрэ зэрмэ эн дюнь, этот, яхэ, чиклигда дохта». Это где? «Умшхым», «умшхым». Так, басы негэ хойркэ сонгсхым. Эркэ билин тускар. «Умшхтын». Почему джилля, джильде, правильно?
А что, мои все так говорят, родственники, пенсия на воду гов. Меня дед деньги, когда у него спросишь, он говорит, пенсия на воду гов. Я говорю, ну как это, пенсия на воду гов. Бульжана. А все? А, не бульжана, бульжана. Так, ну, ты мы юмбля так чикильдик ты мы дуга. Не, мингн, она сказала, тысячу. Не мингн, а тысячу. 1900 каком-то она сказала. А, на медикджане, где муга? Тадна, ирка бюльдан халимгар кюндута? Яга? Яга? Яла хосни. Мадын тегіш келдім, да? Халима келдім, но гавал хосын кеш келдім. Яла, яла. А баснек ты мне гим бэна, нега энды үші тертіне. Йона Тускар Сурхар Седлев футболында схачы кесін кентанды тегіш орчылуы? Словарь. Словарь дэ бэнэй тегіш. Толь дэ бэнэй. Футбол. Да схачы кесін тренер ей. Низу. Ну-ка, Кен, найди-ка, есть там тренер? Мерген. Ну, посмотрим. Что-то халяхову. Ну, дасхачи, чигин, наверное, скорее всего, может быть, даже будет лучше всего оставить тренер. Конечно. Ну, это видите, в каком смысле дасхачи? Да, есть. Но есть такой, ну, дасхке, конечно, можно так сказать. Но как-то все равно грубовато звучит. Это же вы, если, может, кого-то там, животных учите, может быть, можно сказать. А здесь, ну, надо подумать. У нас еще терминологическая комиссия один раз заседала всего лет 5 назад. И все, больше мы каких-то этих терминов не утверждали, не совещались по этому поводу. Это все своего времени ждет. Наверное, все-таки мы придем когда-нибудь к этому. Вы же понимаете, что когда 2-3 калмыка вместе собираются, мы никогда не договоримся. Это у нас в нашей натуре, в характере такое поведение калмыцкое, так же? Вот тренер дамшаче, дасхаче. Вот лучше будет дамшаче, чем дасхаче. Бельдач тоже не пойдет. Лучше будет дамшаче. Почему? Потому что дамшылхын, дамшылте – это практика. Дамшылте. Дамшаче больше подходит, чем дасхаче, понимаете? Ну, он практики же учит все-таки. Вот, Тимкер. Но больше на футбол, и дамшаче, может быть, и можно унести. На сегодняшний день мы как раз-таки почему-то вот в последние несколько лет все время идут такие просьбы перевести там тот или иной термин, или же там название предприятия, или же там, я же вам рассказывал, или же там организацию, отдел какой-то. Все время такие просьбы приходят одному мне или там другому преподавателю. Я, например, стараюсь всегда все это выносить на кафедру, на совещание, и мы там переводим, потом только ответ даем. Потому что, еще раз я повторяю, один человек, я, например, могу по-своему перевести, а другой по-другому думает, и нужно все равно к единому мнению сообща приходить. Может быть, тот перевод лучше будет, понимаете? Так. Тигат, баскенник сонгсхым, бэнни тим улсы, герин далгран кичасын, манахсы. А? Кен? Эмельго? Кен умшхы? Наталья умштын. Яглав, яглав. Кен умш? Ха-ха-ха.
Хаймгар кельтин Наталья. Немножко написано гизяш кельхам. А, бахчут келик гизян зарвис. Бахчут келик, бахчут бэны манадунда бахчут. Я хойр горунку бэна бола да синтер. Так, эврэнь, эрка билинь тускар, метхзэв тэвид мадын, тэрю насдау, хаймгар кельхэ, мадын зэв тэвидын, тэмэ, эрка билинь, Туска, эрка билин тус келюрен толгадан бәрәд еутын. Юнгад гихля генткен егемін сурхла, вот би тим-тиме, эрка билин тим-тим аруна, тим-тиме, юна күмбе, тим залуве, тим эрка билтаве, көктім чигін бәне, ачыныр чигін зенірім чигін бәне, кедута, имта, тимта. Эне тиме гиген сурурмутте, мадын цуктан хару экхызавитавидын. Тиме чикар келжана? Вот. Толгадан бәрәд еутын гисін. Все равно говорите, крутите в голове, это все запоминать нужно. Вот то, что сегодня составили рассказ, или кто-то написал его, сделал предложение, но стесняется, ну, это неправильно, конечно, вы делаете. Ну, если хотите, отдельно подойдите, я проверю. Исправлю, и потом вы будете дальше это все обдумывать и обдумывать, и все время в голове нужно держать. Текля толгад негему норх. Эндер теркель урен кюсачкат, бичкат де, маңдур талдан да алғыран негат, ора талдан да алғыр дегат де, яқыла, өмінікі келісін дасын мартып жадын. Эндер, басын егі тиімі даутықым бәне теріне то. То кесін. Нә, если не можете, не можете, если стесняетесь, опасаетесь о своей семье рассказывать, пожалуйста, хоть цифрами сейчас хоть попробуем. Проверить вас. Вы знаете, вот много вот таких элементарных сочетаний, которые нам нужно знать, но вы знаете, скорее всего. Забыли. Например, хуха мачха гисен. Хуха мачха. Затылок чесать, да? Хуха мачха. Келя мандолаха гисен. Зачем келя мандолаха гисен? Облизываться гисен. Яғылау, яғылау. Хамра мошқы кесін? Мошқы это же крутит. Ну как это выражать? Мошқы, хамра мошқы. Недоволен чуть кесін өге? Не, мана күн кесін хамра мошқа деу, жа два. То есть выражать недовольство. Хамыр кесін мәдік жаны өге? Мәдік жаны. Так, ну сан нейхы кесін? А? Смарки, вот это же элементарно. На сегодня мы всем детям говорим, ну сани. Ну сан татха гисен. Юм больше два гисен, ну сан тата дьявджавна. Ну сан татха гисен. Ну тянуть сопли. Ну сан нихе, ну сан татха. Ну сан унджулха гисен. Не, ну это же мы же знаем все слова. Ну сан унджулха. То есть, как это? Сопли распускать. Вот, ну сан унджулха. Хамра нарчхэ? Вытирать. Что там еще? Какие еще слова? Толга мачхэ, уха мачхэ. А как сказать подмигивать? Чирмхэ. Чирмхэ. Мигать, глазами подмигивать. Чирмхэ. Не дам болтулха гисен? Прятать глаза. Видите как? Вытаращивать. Бюльтальхке. Ну идем бюльтальхе. Нам толхали гадцу ноги джана. Ну идем бюльтальхке гисен. Это вы... Как это я не знаю, как пили? Вы... Этот. Как вы... Таращить глаза, да? Так что, аманджи михе гисен. Джимихе, урлан джимихе, аман джимихе, уру, губы, джимихе гисен сжимать, бегат, да? Аман джимихе, это тоже какой-то вид этого недовольства, проявления, да, может быть, аман джимихе. Урлан джимихе, урлан кочиха, еще есть выражение, да? Или аман кочиха лучше, да, есть такое, больше слышится. Кочиха гисен, это скрик, ну,
скривлять рот или не до... Вот, скорее всего, так, когда губы вниз идут. Это когда кочиха. Кочиха, где у Джедова говорят, так? Когда она психанула и ушла там, или он. Да? Кочиха. А? Вот, вот. Потом есть такое, ну, это такие выражения. А есть такое еще выражение. Эмка ганзуха. Эмка гисн — это нижняя губа. Эмка ганзуха гисн — прикусить губу гисн. Ну, такое выражение. Наверное, это когда... И есть еще такое другое выражение. Примерно по, этот, ситуация может быть одинаковая. Есть такое выражение. Араганзуха. Араганзуха гисн — это желваки, когда надо. Когда губы, ой, сжимаешь зубы, желваки, когда коренные зубы сжимаешь, это араганзугат гиджана. Там, это вот когда сжимаешь зубы и что-то делаешь, как непосильную работу, которую выполняешь. Я так почему вам эти сочетания перечисляю? Потому что они всегда на слуху у нас. Я думаю, что вы их знаете. Многие из этих слов, так же? Хамра мошка, нусанихэ там и так далее. Это вот бабушек нет, а обычно мы от кого? От них же слушаем это все, учимся. Поэтому если вы все это запишете, будет нормально. Выражение лица, это называется мимика там и так далее, да? Муныдн. Муныдн. Мудута. Дунгисн. Ду – это голос. Мудугар. Вообще по поводу голоса, какой голос... вот тембр голоса, или вообще какой голос, дун. Это тоже очень часто в речи слышится. Я вот выписал примеры, по моим подсчетам, где-то около 30 сочетаний получилось со словом голос. Мудун, джельндун, номгундун, сайхендун, сольнгсендун, тимидун, имидун, любой дун, короче. Где-то 30 примеров я выписал. Да. Бидунку из Итагиджана, Терню? А что, о ком так говорят? О, энкоюнека из унюрхджигич. Бидунка из унюрхджич. То есть уже выросла шея. То есть уже взрослый становится паренек-то. Так же? Вот, бидунка из ун. Вот, занга. Мы дальше, наверное, будем это все разбирать. По поводу характера человека и так далее. Там эти слова. Просто я вдруг Генткен перешел на эту тему. Если что, вот можно посмотреть и записать, запомнить это все. Вот, ну, числительный, давайте, что там, кто там? Номер телефона, Юля, ну-ка быстро, Юля, 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 забыл твой номер телефона, да? Нек зун гихая, нек гич кельдимиш, зун. Наин горун дешин хор. Начин? Дешин? Дешин хор. На баскен келина? Наин гисин. Зун зурган, зун даун зурган. Тевин гисин, Наталья келин телефон. Наин гисин зун джерин. Джирин дырву хойр ноль. А, не ноль. Джир. Ноль дырвин. Ноль дырвинчик. Вот НК у нас сурхун. Кельчир тойган. Джирин зурган. А кой неринчин кембе? Неринчин кембе? Байыр. Байыр чекеді тәу чода? Би? Би арун дөрі тәу кезін. Ямаран школ, ямаран класс сұрчан айын көбін? Би? Би нәмдік чек классты сұрчан айын. Ямаран школды? Арудік чек школды сұр. Так и теперь давай скажи, моя школа находится на первом микрорайоне. Мини-школ? Ну ты же можешь. Мини-школ, негдыкче?
микрорайонды бе бәне мана директор моей школы такой-то такой-то Юрий кем біля забыл ну-ка мана школын директор ага. Юрий Анжайч, да? Так, это где она? Ага, смотрите, числительные. Вот раньше калмыки учили детей своих считалкам всяким. В школах учили, считал. Не говорил, хойер там, ты юмбеля, я забыл некоторые считалки. Считалки там и так далее. Это все способствовало развитию языка, развитию произношения. И так далее. Это все непросто, я хочу сказать. Это все нужные вещи. А, я сейчас... Негын хойр, некан, недан. Что-то такое было. Намин, что-то такое, не помню. А, вот, это все, я хочу сказать, легкие такие, вроде бы, как кажется вам, стишки, но все равно нужно их учить так же. Хур-хуры, царан, йовы. Как там было? Зара-зара, тенигыч. Захснан, удар, халягыч. Эркі үйсен ұқыншын, нанла нешкі? Күйінтқыншын, зара-зара тейнекші. Біля, үйсен ұқшы, нанта чөді күйінтқышы, мартық жөді өтір. Бүшкітудің үйін шүлік әне теймі. Түйінәсі дау, бүшкітудің шүлікәсі дау, бас даржын көді кедігін бәне, даржын көді кесін сқарыға орки. Терине одака джеги дега эга эгасе токсун эсе гиде гаги дега эгас токсун гаре гаре газа галун галд гаре жане га гага газа к голум таса гал гар гже дже дже жирме хаджажил жане жимбе жал жажил жане вот ига көдлмиштан йокларын эсе гиш көдлмишесин йокларын герде харжи йокларын Вот эне дар джунгут чигине, бишкетидин шульгут чигине, егет келет дасад йохун болжаны. Текле тана келинтин ечке юны. Джуэлерет, невчке, егет сам болхы. Посмотрите, поищите скороговорки. Здесь они есть в пособии, сейчас я где-то покажу. Вот. С помощью числительных, с помощью вообще вот эти хур, имбеля, хогу шонгсар йовдык беля, хорву захса бердык беля, Хавал буган юрдик биля, хосн харадирдик биля. Это тоже четверостишие, тоже нужно учить. Во-первых, можно новые слова с помощью этих четверостишей каких-то узнать новые значения. Во-вторых, речь будет развиваться. Почему детей начинают, заставляют учить эти скороговорки? Вот нужно тоже вам самим потренироваться. Во-первых, там рифма есть, во-вторых, легко запоминается и так далее. Я помню, один раз я в школе учил стихотворение Хаур, ни черта не запоминается еще вообще. Не мог я стихотворение выучить. А когда понятно, и видать, мне было непонятно, о чем там речь. А когда понятно, когда это все гладко звучит, легко же учится. Вот я сейчас вспоминаю, что как с трудом я Юрели почему-то учил. Сейчас мне на свадьбе Юрели слово не дашь, я обижаться же буду. А раньше невозможно было выучить. Вот, кстати, о благопожеланиях. Эрджоуна манацагансар, бүкіл доланхону голад, манацагансарин байыр ирхе, халим гудын байыр. Юмедульна, хавыр, экілжахин, медуль, медульна. Ишкілдір бе текті, кері қарсыны, тәрі салхоздан яусын, тәрі юн, зурмын қарчоч, зурмын қарчадыла текті. Энтенде үзігдіна. Зурмангисы суслики, они уже вышли, свистят вовсю. Ну, конечно, вчера было плюс 6, а эндер плюс 5 где-то, да? Маңдур, есін олқы кечбе, саңғыслау дулан олқы. Теркевер, гара күрчесін олқы. Тегеді цаған сарин байы, ой, цаған сарин Юрел. Юрел кесін, медік жана благопар. Кем едіне, Юрел, цаған сарин? Цаған сарин Юрелді, нек қойыр тиімі юн орқы зөвті. Қойыр меден, қойыр тим чинер орқызайта. Ямаран, қауыр ісін темдік, болыны. Оқын тенгір наршанды күртше кесінігі. Так же, да? Вот. Не?
Хаурин Юрель дастхым беля гиджи бетадында урдын келсін беля. Хаурин Юрельде басчегін темыш ишлингі югмит орхзевта. Сасын шолын хайлже, нэйн жил мана юунды қазырта сасын чегін сәні рунсын нуга теймі. Цанды күсін әлвік же, цанды кісін? Вот лужы, цанды күсін әлвік же. Біля, нарын керіл долат, хат. Нарын керіл кісін үкіметік жәні? Солын керіл. Долат, хат кісін, тепло, што пұршыло. Да? Ноған өвісін нәхлет. Ноған өвісін әті торсам. Ноған трава, өвісін трава. Нәхілхі кісін? Раскачываться. Да? Хұрғына шиыры кемтірі люга. Хуцын өвірл хуғыры луга. Или наоборот. Неправильно. Тол күтсі, толға бүтін, хамы гамтін цуғар, окын тенгірін аршанды күртче, не негін бәже. Йохыгы, олын дез бұрхыд, халяже, хайрылже, отқа кесін ерел. Ну, это я примерно, как сказать, наверное, я раньше выучил его, скорее всего. Ну, ода олқылай гад ерел келхіля, югасы югы гарды гидык баснегі үлгіру әдім. Начнешь говорить, и все тянется, тянется, тянется. Просто, если вы не можете произносить благопожелание, то нужно просто попрактиковаться. Один раз сказать где-то, два раз сказать, а потом уже и легче будет, и потом уже не остановишь. Юрель. Юрель Кельхумбольджана. Тычка да Юрель Кельхлерне. Тере Кельсин и Гумидан Цугинь Метхумбольджана. Юна Тускарби Кельджанев. Ямаран үгімі дәурен ерәлді орыл жанау. Ен үге терін тер үге геғат. Конечно, поначалу будет трудно учить, непонятно вроде, что ты учишь. Ну, потом привыкать же, но практика еще раз я повторю. Так, дарук кича льде ерәл сон сурхол. Домашнее задание надо записать, что я ерәл задал. Так, царань. Вот... У нас сегодня по плану еще вот эти, третий пункт у нас, но тем не менее давайте посмотрим, что касается тем местоимения. Би, чи, а он как будет? Эне или? Тере. Эне гисн как переводится? Какой? Какой он? Этот, который возле вас, эне. Тере гисн? Это он, но который? Подальше стоит. То есть два слова, да, обозначающих указательные местоимения. Эне и тере. Так. А она как будет? Она? И все? Ну, категории род нет в калмыцком языке. Поэтому что она, что он, будет эне. Так же? Тегаде... Дальше что там было? Эне. Я, например, би. Би. Кене. Мой. Мой. Мини. Твой. Его. А? Энуна или юна. Может быть, тюна. Юна, тюна, энуна, теруна. Четыре целых местоимения обозначают его. Юна, тюна, энуна, теруна. Юна, дектер. Теруна дектер. Кому? Ему. Ему. Энунде, тюнде, юнде. Тебе. Чамде. Мне. Нам. Нам, нам, нам. Маднде. Им. Теднде. А, что там дальше? Его. Его. А, не, ему. Был, да? Не был? Я уже запутал. Да? А, не, я имел в виду, кого его? Кого увидел? Меня. Тебя. Все знаем слова, да? Я просто повторить хочу. Там вы найдете в этом пособии, там она прям по падежам с переводом на русский язык все местоимения есть. Я написал, просклонял и туда внес. Со мной.
Намта из Гишнанла. С тобой. Чамла или чамта? От меня. Меня. Намага. Нанар еще есть такое слово. Чамар. Да? Это все я вам продиктовал, или же мы повторили с вами единственное число. А еще есть множественное число. Также эдн, тедн, мадн, тадн. Есть еще одно местоимение «вы» с большой буквы обращения. Та. Та. Танде. Таднде. Если это много людей, таднде вам. А та, танде – это одному человеку. Видите? Местоимение, я еще раз повторяю, я, в принципе, наверное, сейчас и могу вам показать, но вы дома, чтобы посмотрели самостоятельно. Ой, сейчас посмотрим быстренько таблицу. Она где-то, если я, моя мышка будет меня слушать сейчас. Нифига она не слушает. Так, ну-ка вот эти смотрите вопросы. Будем переводить. Сильно не будем вникать в эти подробности грамматические, но как это сказать, чтобы вы выучили, знали? Можно ли выйти? Гарче болхие. То есть болхие ие. Болхе это будет можно, да? И вопросительный частиц. Болхие. Можно ли выйти? Гарче, да? Идет в начале. Орже. Войти можно? Орже болхие. Дальше переводим. Можно ли присесть? Судже болхие. То есть запоминаем вот эту конструкцию, что глагол «выйти», «войти», «присесть» будет с суффиксом «дже». «Кельдже болхие» можно ли сказать? Завтра прийти можно? Еще там он перевел. «Дакат» или «басы». «Мангдур басы ирдже болхие». То есть вот это такая конструкция, где можно подставить любое слово. Что вы там хотите спросить? И образовать вопрос. Нет, не бнину. Только обязательно дже. Орже болхие. Нельзя, ну? Орха никак нельзя. Ну, это вот по грамматическим, если объяснять, то дже это соединительное деепричастие. То есть два действия одновременно совершать. А х это уже, то есть это уже глагол будущего времени, понимаете? Начальная форма глагола, там нельзя с этими двумя формами сочетания составлять. Именно орже болхие. Так, дальше. Тана харанда авче болхие. Авче. Можно ли взять ваш карандаш? Тана харанда авче болхие уже распространяется. Видите, длиннее становится. Да? Карандаш ваш можно взять? Можно взять ваш кошелек? Тана тюнгр цикаучи болхие? Можно взять вашу машину? Тана маши. Авче? Болхие? Ну ладно, машине не надо хоть. Книгу можно взять вашу? Тана дектер авче болхие? Можно сесть на ваше место? На это место? Тана орумде. На ваше место. Или эны орумде. Судже. Болхие, на концерт пришли вы? Рядом видите свободное место возле кого-то. И вы спрашиваете. Энорм суджи волхи? Ну так и спроси. Энорм суджи волхи? Что заморачиваться? Надо говорить то, что знаю. Ты же знаешь, как... Ты же не знаешь, как говорить, занято здесь. Говори энорм суджи волхи? Не, а как не занято? Можно спросить? Энорм сулые. Сулы свободны же. Можно так спросить? Так, что еще? Какие еще конструкции можно образовать вот по этому примеру? Можно ли что-то сделать? Можно ли позвонить по твоему телефону? Джингнюльдже. Чинительфогар джингнюльдже волхие? Ну, сунгукцукхэ – телеграмма. Раньше было так. Сунгукцукхэ – это телеграмму давать. Ну и сейчас есть такое понятие телеграмма, так же? Хотя редко.
Тильфогар сунгук цокхэ, я не слышал. Ну да, сейчас от слова джинг-джинг-дхэ, это же звукоподражательное. Отсюда и уже у нас появилось такое понятие. Или же, например, сунгук цокхэ это одно, а еще есть такое выражение зурук цокхэ. Зурук цокхэ это фотографировать. Именно что цокхэ. Синьцзянские калмыки говорят татхэ. Зурук татхэ, тянуть. Почему-то, ну не знаю. Мы одно алхла цокхэ говорим. Так, сунгук цокхэ, зурук цокхэ. Поговорить, можно ли об этом... Ничего за вопрос. Можно ли поговорить об этом с тобой? Давайте, папа. Сейчас. Как? Чамла? Энунатускар? Наверное, кюнджи. Кюнджи болхие. Энунатускар об этом. Мергенатускар. Бакшинтускар. Гериндалгурин тус. Тускар, то есть тускар это после лог. Нужно запоминать, что если вы хотите образовать вот такой оборот, о чем-то поговорить. О чем-то, да? Что будет использоваться тускар после лог, а впереди стоящее слово будет находиться вот именно в такой форме. На окончании. В родительном падеже. Например, герин тускар. То есть только так будет. Гер тускар не будет. То есть это такая вот конструкция, уже устоявшаяся, только так нужно. Будете подставлять окончание, добавляя к нему окончание родительного падежа, слово. Геринтускар, экинтускар, кичалинтускар. О чем еще? Ну-ка, о чем еще разговаривать? Ну-ка, кельтин. А? Давайте примеры. Кевинатускар. Кедлимышинтускар. Энунатускар. Так, давайте сочетание еще. Иртымджинтускар. Пасе. Геминтускар. Пускай будет. Пасе. А? Футболынтускар. Тенгринбядлинтускар. Политикинтускар. Хырминтускар. Ну? Биатлонатускар. Что, не смотрите, что ли? Сейчас пойдем смотреть. О любви? Ой, бля. Ха-ха, ё-моё. О любви легко. Дурна тускар. Дурн любовь. Дурна тускар. Дурна это дурин нельзя? Нет, дурн. Если дурн на «н» заканчивает слово, то добавляем «а». Кевин кевина. Мерин мерина. Машин машина. Тюрекче кискер. После «н» «а» добавляется, а после согласного другого, например, что там, дектир, там ин. Дектир, дектрин, келин, келина, видите? Келина тускар там и так далее. То есть здесь есть свои особенности. Если слово заканчивается на а, ой, на гласную, ноха, ноханне, анне добавляется. Видите, три, в одном падеже три окончания. Это единственная падежная форма, в котором три окончания в калмыцком языке. Во всех остальных по одному окончанию, понимаете? Вот. Давайте на гласную какой-нибудь. Йон. Гахантускар? Такантускар? Яглав. Больше слова не знаете, что ли? А? Бу. Ружье. Бу. Если вот такие слова изменяются в родительном падеже, о чем, если, да, речь? Кена или уна, или о чем? Кена. Кена тускар, да? Тогда вот это слово бу, гласное у становится долгое. Бу. 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 Гин тускар. Нет? Там еще я потом объясню, в каких словах гласное долгое становится. Хэн. Хэна тускар. Там тоже гласное становится, да? Так, дальше. Какое мы не перевели? Можно ли на этом автобусе... Еще длиннее предложение. Видите как? Оно удлиняется, удлиняется, еще длиннее стало. То есть, почему я так сделал? Чтобы вы могли подставить свои слова. Но самое главное, вы должны здесь потренироваться.
Мини-холом немножко я гадала, но тем не менее я говорю, а вы молчите. На. Доехать, достигнуть. Кырче. Нямдыкче. Микрорайон, да. Ну-ка, потренируемся. Давай, кембеля? Баир. Ну-ка, Баир, скажи, можно ли на этом автобусе доехать до улицы Хомутникова? Туда не смотри, там не написано. А? Ну вот, давай, сначала хоть, давай, до 8-го микрорайона переведи нам, скажи. На. Слышал сейчас, как переводили? Ну-ка, помогите ему. Эны автобусар. Нямдыкче микрорайон Д. Кюрче. Болхие. Так, теперь скажи, можно на этом автобусе? Угу. А ну-ка давай скажи мне, можно с вами доехать до первого микрорайона? С вами? Танла? Или Танла? Танла? Нямдыкче микрорайон Д. Йовче или Кюрче Болхие? То есть, видите, чуть-чуть поменяешь, уже буксовать начинаете. Чуть-чуть. То есть, вот это все нужно произносить. Видите, мы же начали с самого маленького, с двух, с трех слов, тык-тык-тык-тык, и уже докатились вон до скольких. Вот это все, это, конечно, требует времени, я понимаю. Тем более, вы сидите, меня слушаете, кто-то записывает, кто-то не записывает. Тому придет, забудет сразу все. Здесь во время занятий нужно произнести 2-3 раза вот этот образец, пример, чтобы домой прийти вспомнить. Если вы промолчите, вы не вспомните. Нифига. Так, можно ли позвонить? Еще какие примеры? На этом автобусе доехать. Можно ли что-то еще сделать? Давайте перейдем. Можно ли... А? Примеры давайте. Какие еще вопросы вы... задаете кому-то там или спрашиваете у кого-то именно по такой конструкции. Можно ли познакомиться? Давайте познакомиться. Можно ли с вами познакомиться? Танла? С вами. Танла. С тобой. Чам? Чамла. Да. С ними. С ними. Эднля. С мальчиком, с вон тем. С той девочкой. А? Теркюкинля. Яглау, яглау, теркюкинля, танжолхи я. Ну, не знаю, ирдуртал. Танжолхи. А, есть еще такое выражение, ну, не относясь к генткин толгадумуру. Нидн кюрхагисин. Есть такое выражение, да? Нидн кюрхагисин, я хочу урчил. Заглазить гисин. А, вот со словом нидн тоже очень много в калмыцком языке выражений. Нидн кюрче, нидн тигде, нидн бюрльзюльхе, нидн чирмхе, там и так далее. Мунидар. Это все со словом нидн, да, связано выражение. Нужно нам запомнить. Возьмите просто словарь. Ну, в словаре вот эти все образцы есть. Сочетания всяких нужных вам. Так, ну давайте дальше. Что? Извините. Будем просить извинения. Извините. Как, кстати, извините? Гемен? Сурджанав. А, я же хотел, смотрите. Что не подходит? Мне кажется, вот на калмыцком, ну, не как-то, извините. Извините, не подходит. Гемен Сурджанав и спросить, как вот как-то. На русском склад, на калмыцком. А что, Гемен Сурджанав, Тана Сурджолхи? А зачем Гемен? Ну, а черт его знает, вдруг вы там, вдруг вы его потревожили, там нужно же извиниться. Буруган Сурджанав. Вот это больше.
Ну, все равно, это все равно выражение «извините» переводится на калмыцкий язык «прошу свою вину» или «неправильное что-то я делаю то, что». Да, извините. Буруган Сурджанов. Буруган Сурджанов. Эн автобусар наймдикчи микроэн күрчу болхи. Буруган Сурджанов тана сурджу болхи. Это нормальное выражение. Бича мусантын, можно сказать. Бича мусантын гисын? Не подумайте обо мне ничего плохого. Но можно ли вас поинтересоваться вот по этому поводу, да? Вырядиска. Так, извините, можно ли вас спросить? Тана сурджи болхие, да? Вопрос. Сурджи болхий? Так. Ничего, спрашивайте, пожалуйста. Гемуга суртын буйм болтха. Буйм болтха гисын, пожалуйста. Что случилось, как спросить? Юн болв. Или юн болв. Юн болв? Юн болв? Ну, это такой очень часто встречающийся вопрос. Юмболу. Разговорная речь. Повторять, повторять. Это все нужно повторять. Не запомни. Прошу прощения за то, что до сих пор не вернул вам книгу. Я голову. Нет, Гемен Сурджанов будет в самом конце. Танды. Дефтер. Ой, как не верну. Хару. Йогадубов, да? Или как? Буруган Сурджанов. Буруган Сурджанов. А вот как это все правильно, вы знаете, вот здесь то, что я вам напечатал, ой, принес сейчас, это же я из пособия взял. Там есть и перевод на русский, и на калмыцкий, все есть. Зармси на первых двух-трех неделях зюльджод на тан. Ну, вы не поймете, что это все у вас есть, понимаете? Начинаете гадать. Достаточно учебник открыть, там все написано. Домой придете, вот посмотрите. Найдите ситуацию, просьба, извинение. Там есть вот это все. Это же я просто оттуда выдергаю, чтобы вас проверить. И все. Так, смотрите. Тана дектриге цактни есау чирсиндан. Буруган Сурджанов, один из вариантов. Так, гемуга. А? Умшнахуэне или умшчкат авадире. Авадире. Авчире. Гемуга, это игчикин кельджуальджана, игчикин боль. Вот смотрите, есть еще такая ситуация, просьба. Халяльтин, на примере продемонстрировать можно. Надо, можно даже напечатать. Сейчас. Вот. Где-нибудь вот здесь напечатаем. Смотрите. Ире. Ире Гисен как переводится? Приходи. Приходи. Так. Например, если вот так добавим. Приходите, во-первых, обращение вежливое кому-то. Во-вторых, это обращение к нескольким, да, людям. Приходите. Так, а теперь еще вежливее как попросить? Давайте напишем по-вашему. А, можно и после написать. Так, теперь еще как вежливее попросить? Еще вежливее, как просить? Не, зачем? Тадны – это обращение вы. Без извинений. Ирхитмы Сурджанов, что ли? Нет. Блин, вот это выросло в другую. Вот так, да? Ирхинтн. Ирхинтн будем болтха. Пожалуйста, приходите, да? А? Очень прошу, да, получается? Да. Так, есть еще вариант. Помните, у Аркадия Манжи песня есть? Вот так. Ирич
Кюред Ирич и Нигмини. Есть такой? Ирич. Да, можно и так сказать. Келе. Ой. Келе. А есть вариант. Келич. Есть слово умше. Что делай? Умши. А есть умшич. И в данном случае нас интересует вот это гласное «и». Это вопросительная частица вежливости. Частица вежливости. Ириче, келиче, умшиче. Или вторая частица вежливости – это «хн». Умшхнчин, кельхнчин, ирхнчин, бичхнчин будем болтыха я головой. Эмнкцаган ухнчин, хэнне ухнчин. Это частица вежливой просьбы. Ухнчин, кельхнчин. Понятно, да? Вот две частицы вежливой просьбы я здесь отдельно напишу. Это хэнне и это и. Хэнэ и это частица вежливой просьбы. Не просто, если умше это повеление, да, повелительное наклонение. Умшигина. Как звучит? Это жестко звучит, повелительно звучит, да? А если просьбу хотите оформить, будете говорить умшхнчин. Можно сказать умштн. Это уже будет по-другому звучать немножко. У. Пей. Ухнчин. Выпей-ка. Попей. И спей там и так далее, да? Просто это встречается тоже в речи, поэтому нужно комментировать. Так. Ну давайте, не забывайте нас, как переведем. Не забывайте. Бича. Март. Тн. Бичамартн. Так. Приходите завтра. Еще. Басы или такат. Мандур басы. Ир. Иртн. Просьба. Мандур басы иртн. Так. Непременно позвоните. Непременно. Эркебише. Эркебише это сочетание такое, переводится. Обязательно, непременно, эркебиши. Можно эркебиширтн. Обязательно проходить, эркебиширтн. Эне кергиге эркебиш кюцах керкта. Эндектриге эркебиш умш керкта. Так же? Вот. Непременно. Передавайте привет. Менде. Не кельтн просто. Кельтн это скажите, а передайте. Не, обычно не говорят Ильгатн. Говорят Келюльтн. Менде Келюльтн. Передайте привет. Эке эцктен. Менде Келюльтн. Кюкнден. Менде. Бабушке, дедушке передать привет. Ава Эйчден. Менде. Келюль. Келюль. Можно и так. Ильгаджана. Но это будет более как по-русски будет. Так, давайте еще что-нибудь переведем. Чуть-чуть времени есть. Здравствуйте, Гиджана. Эндет. Вот. Танла. Ну, наверное, это с одним человеком, а может с нескольким. Танла это много, а танла с одним. Танла, танилджи, болчхие. Болхи. Танла, танилджи, болхие. Меня зовут Санал. Менинерин? Санул. Дальше. Тана? Я думаю, что это вопросы эти все могут переводить. Тананерин кембе? Тананерин кембе? Мини нерин мерген. Мини нерин цаган.
Очень приятно. А Ирсян? Очень приятно, наверное, Ирсян, черт не знает как. Я сам не знаю. Наверное, будет очень приятно. Ирсян? Бальзяна, может быть. Так, а ну-ка давай. Это диалоги с того пособия. Вы дома найдете. Байрта? Ну-ка давай. Байрта? Мини? Иркюкинля? Танил? Танил Д. Мини Иркюкинля Танил Д. Ирсен? А, мини Ирку Занда. Мини Иркюкинля Танил Д. Мини, как будет правильно оформить? Мини Занда Иркюкинля Танил Д, наверное, сказать. Или же мини Иркюкинля Танил Д, Энюне Нерин Занда. Можешь? Занда. Да, зачем? Можно два предложения. Энюне Нерин Занда. Дальше. Сарань. Опять Ирсен, да? Ага. Занда тебе сколько лет, да? Да. Занда чи? Кедутев. Кедутевчи. Чи кедутевчи? Занда ингичкен. А, кино, может, пойдем, да? Ну-ка. Заметки манджи, как это кино, да, Йохан Болуза? Как-то не пойти ли нам кино вместе? Кёкшин. Какой вам кёкшин? Кёкшин Багавал очень цуктанен кино додна. Если бы я сказал там этот «Звездные войны» Йохан Болуза, тогда может быть. Не? Не пойти ли нам... Хамдан. Кино Д. Хамдан, кино Д. Отхым Болуза. Болуза. А можно искать Йовы? Можно по-тургутски сказать Йовья. Кино Д. Йовья. Йовья. Нанла кино Д. Отхыча. Уга, ягад уга, ягжанта. Йовья, гиджана. Уга, ёшко, эндер би хальмы келна кичалды, отхузай тав. Кино ды ёшко, гиджана. Мандур, герин далгыр дала, школды отх керкта. Так, мне 17 лет, гиджана. Би, арун дола, тав, я же. Би, арун дола, тав. Числительный. Мы там должны вообще были пройти тему, когда подробно к числительным какие суффиксы добавляются разряды. Возраст та. Арвун дола та. Тавта. Ну, это, по-моему, в прошлый раз проходили. В кино пойти можно, но нужно готовиться. Ё-моё. Да? Кино дот хмбэджи. Зуга. Цолуга гизен азербис. Цолуга гизен, времени нету. Зуг шуверте. Бельтхе. Керг. Да. Зуг полан угахы. Керкта. Зуг геран ахулхы. Керкта. Кинода отхым бяджи. Зуг. Еще причин давайте. Отмазки какие? А? А, зуб, не, зачем Менгенуга тебя приглашает, ё-моё? Давайте еще. Зуга толга мевчене. Зуга нюрм курчене. Давайте еще, причин, придумал. Не мугарна, а зуга тенгрим бядль. Му. Погода плохая, да? Ё-моё. Зуг эким тавджахше. Еще про причин, давай, давай. Настроение? А как же будет настроение? Дурмуга, что ли? Черт его знает. Как? Настроение, ну,
Настроение нет, как сказать, а? А как будет настроение? У меня хорошее настроение. Не понял. Надо подумать, как будет настроение-то. Что-то я никогда не задумывался. Ну, например, вот настроение. Зуг намага, че? Мини кевин. Ну, кевин какой кевин? А, заанда кевин. А что, заанда кевин, а что? Ну, кевин бише дырин, кем был ха? Юр кевин. Юр кевин. Юр кевин, если где мини ингим, если где мини кюргим был, ну, не знаю как. Не знаю. Надо подумать. Как мы? Настроение уга, чё? Как преподаватели говорят, когда сами не знают. Вот завтра придешь, не дай бог не ответишь, двойку поставь. Когда мы сами не знаем, мы так говорим всегда. Да, Баир? Да, говорит. Так, вот домашнее задание. Почему учителя дают? Потому что сами не знают, ё-моё. Хотят, чтобы завтра дети с родителями подготовили, пришли, все ответили. Навряд ли. Навряд ли. Так, короче говоря, надо посмотреть, как же сказать настроение. Мне надо подумать. Шувер ты бельтхкеркта. Шувер гисен экзамен. Шувер. Да, если будет. Вот вам, смотрите, что получается. Раз, два. Еще у нас, вот смотрите, как я подготовился. Еще 4-5 страниц у нас. Перевод. Почему? Ну, это такие элементарные моменты, которые в разговорной речи ежедневно встречаются. Я бы хотел, на следующем занятии мы продолжим. Сейчас посмотрю. Где у нас? Сегодня у нас, да, сегодня у нас на, больше надо по грамматике. Ну да, по грамматике мы перейдем, это у нас позже будет. Пока мы вот так наберем, как сказать, запас слов или еще что-нибудь, а потом можем к грамматике переходить. Какие-то выражения элементарные, они особо не нужно задуматься о грамматике, потому что нужно их просто так выучить. Если вы такие простые предложения будете ориентироваться на грамматику, вы запутаетесь. Ну, примерно. А так, конечно, какие-то предложения, фразы без грамматики тоже никак не обойтись. Грамматика гисн – это падежное окончание. Грамматика гисн – это какие-то суффиксы, аффиксы, временные. Это суффиксы глаголов, настоящий, прошедший. Это все, без него мы никак не обойдемся. Все будем проходить, да. Туда дальше, потихоньку, все нужно. Самим можно посмотреть, да. Это все в учебниках есть. Поэтому еще раз я вам говорю. О вашей семье задание остается вам в дальнейшем, на следующее занятие. Текст читайте. Найдите вот это пособие, там есть вот эти все выражения, фразы, диалоги, все есть на калмыцком языке. Посмотрите, оказывается, вон оно как звучит. Вот я нашел, да, как вас зовут? Нердык? А. Я вот вы же спрашиваете по телефону. Вы показывали, да? Кто телефон показывал? Консультант. Нет, Сандрак, телефон кто показывал? Нет, вы же мне показывали, Хур. Да. Вот там вы же посмотрите вот это на сайт Хурула, как открыть. Теперь понятно? Вам покажите, как... На сайт Хурула зайдете, там первая статья «Калмыцкий язык». На нее мышкой надавите, статья, и внизу синим шрифтом там все пособия выделены. Там легко, вот сейчас вот я показал. Да. Все есть, все есть. Учебник есть, пособие есть, словари. Юмболучик бяна. Тана дурар. А здесь библиотеки есть что-нибудь? А чего вы хотите в библиотеке? В таком, чтобы пощупать. Не, я имею в виду не электронный вариант, а такой. Конечно, есть все есть. Но если найдешь Федорин даст, возьмете. В библиотеке найдешь Федорин, в рабочие дни подойдете. На монахсы сурур бянендр. Вопросы есть? Быстро время пролетело. Сурур говолхла. Встречаемся 20-го. Через два дня.
Подготовьте вопросы, подготовьте, что вас интересует. Подучите, читайте текст, найдите, ё-моё.